Обычный будний день, обычный сельский магазин, но необычная история. В деревне Прудок в местный магазин пришли женщина и мужчина. Пока женщина рассчитывалась на кассе за пельмени и всячески старалась отвлечь продавца, ее спутник попытался литр пива спрятать у себя под майкой. Но не тут-то было. Бдительный продавец заметил сей факт и, естественно, возмутилась. Покрывать ущерб ей пришлось бы своего кармана. Между покупателем и продавцом завязалась драка. Крики услышали прохожие и вызвали милицию. Злоумышленник с подругой ретировались. Бутылка пива осталась в магазине. Прибыв в данный магазин, в ходе беседы с продавцом, ввиду того, что продавец находился в расстроенных очень чувствах, было шокировано. Практически предметы преступника были очень скудными. Но главной зацепкой было то, что он является жителем близлежащей деревни Борисковичи. Ввиду зная данный административный участок, нам был выбран кратчайший путь. Проехав 300 метров в сторону деревни Борисковичи, данный мужчина со своей сожительницей были задержаны нами. В последующем продавщица данных лиц опознала. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины, который, к слову, уже был ранее судим, возбуждено уголовное дело. За грабеж с применением насилия, не опасного для жизни, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».